Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах может инициировать принятие новых Минских соглашений с целью урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванного советника Трампа. По его словам, план республиканца по урегулированию конфликта на Украине может включать в себя переосмысление неудавшихся Минских соглашений 2014-2015 годов. Однако в этот раз будет предусмотрен механизм принуждения, предполагающий последствия за нарушение договоренностей, добавил собеседник издания. Он уточнил, что за соблюдением договоренностей в рамках плана должны будут следить европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН. По оценке советников Трампа, в случае победы на президентских выборах он будет действовать с головокружительной скоростью, чтобы завершить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. Во время предвыборных мероприятий Трамп пообещал урегулировать украинский конфликт еще до инаугурации.